Все дороги ведут на Октябрьскую. Там находится Черный. Теперь там Аня. В руках моих врагов. В руках предателя Лесницкого. Переговоров с орденом. Смотри, что в противогазе была. Если заразиться, ей хана, а дохла ей грош цена. И что с ней делать? Запри отдельно и глаз с нее не спускай. Отвечаешь головой. Когда закончу, я ее заберу. Что же вы творите? Простых людей убиваете! Коммунисты называются! Палачи! Мы выполняем приказ руководства Красной линии не допустить распространения эпидемии, а вы все заражены! Ёлки-палки, ты чего, в упор уже попасть не можешь? Притомился? Да ладно тебе, сам подохнет! Какой сам подохнет? Сейчас... Эй! Вы! Ближе подойди! Я уже, похоже... Так что, слушай... Красные знали... Знали про заразу. Появились на второй день. Никто еще не умер, а они уже... С огнеметами. Да-то они... Они больше некому. Иначе как знали? Уходи, расскажи всем. Уходи, расскажи. Это они. Они...
срочно бегом за этими двумя. И чтоб через 2 минуты были на складе. Выполнять! Есть, товарищ лейтенант! Вот козел. Где
Видишь, он прячется. У нас гости! Бойцы в битве! Откуда? Да хрен его знает! Осторожно! Видишь его? Нет! Ныкает где-то! Что делать-то будем? Смотреть и слушать! Не тупи! Сейчас, сейчас! Так, мужики, спокойно. Не спеша, пошли. Ах ты, гад! Вон он, гад! Не уйдешь! Бинт надо бинт достать. Больно, гад. На, прикури! Получи! Теряем людей! Бойцов теряем! Товарищи! Тревога! Враг! Ищем его! Пошли искать!
Так, двинули. Ищем. Не лезьте на рожон. Сюда! Против деревья! Отомстим, Кромпри! Гранатами его! Гранатами! Черт! На землю!
прячется. Может, ушел? Чую я тебе.
товарищ Лесницкий, спецоперация проходит по плану и будет завершена в течение часа. Ну что, эксперимент прошел успешно. Надо доложить генералу Корбуту. Сделаешь? Так точно. Типа заложница для переговоров с орденом. Хотя, знаем мы эти переговоры. У нас гости! У нас гости! Твою дивизию! Откуда? Да хрен его знает! Осторожно! Огонь на поражение! Ах ты гад! Потери! Теперь тебе крышка!
никого. Найдем обязательно. Спокойно, товарищи. Ищем его. Тревога! Артём, не дергайся, а то глотку ей перережешь. За Аней, значит, пришел. Герой. Ладно, герой. Предлагай. Зачем? Зачем ты это сделал? Скорее! Надо успеть! Это кольцевой! И наши! Чёрт! Сейчас только задохнуть! Не хватало!
после такого... Детали головоломки сходятся, выстраиваясь в картину, кошмарную и невероятную. Я рассказываю об этом другим, но сам не могу в это поверить. Красные заразили Октябрьскую, мирную станцию, жители которой ни о чем не подозревали, неизвестным, страшным вирусом. А потом их ликвидаторы вошли туда под предлогом спасения станции от эпидемии и методично уничтожили всех, до кого сумели добраться. Женщин, детей, стариков. Якобы для того, чтобы избежать распространения инфекции. И если все это правда, то и я, и Аня могли заразиться. Нас спасли, но мы не знаем, выживем мы или нет.